Два человека погибли, пятеро госпитализированы в результате двух аварий в Кайкенском районе. 26 июля около 10 часов вечера 55-летний житель Дербентского района, управляя автомобилем Kia Optima, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Ладой Приорой», водитель которой скончался на месте. Пассажиры и владелец иномарки с различными телесными повреждениями доставлены в центральную городскую больницу в Избербаше. В тот же день около 12 часов ночи 32-летний местный житель, управляя автомобилем Hyundai, совершил наезд на 60-летнего жителя Сергокалинского района. В результате мужчина скончался на месте.